spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня у нас в обзоре представлен мужской демисезонный костюм Freedom, который выпускается под торговой маркой Helios. Данная экипировка отлично подходит для любителей активного отдыха, в том числе и рыболовов. Она имеет дышащие свойства и способна защитить от ветра и осадки. Состоит из куртки и штанов, общий вес которых составляет около 1,2 кг. Давайте поближе их рассмотрим. В качестве основного материала для пошива костюма берется современная мембрана Fit System с плетением Ripstop. Такая ткань не пропускает внешнюю влагу по слою одежды и одновременно отводит испарение от тела наружу. Ее характеристики составляют: водонепроницаемость 10 000 мм, паропроницаемость 10 000 граммов на квадратный метр. Кроме этого, внутренние швы проклеены, что обеспечивает полный комфорт во время непогоды. Для осуществления внутренней вентиляции предусмотрен сетчатый подклад. Температурный режим с условием применения термобелья и слоя из флиса обозначен производителем вплоть до минус 5 градусов. Капюшон не отстегивающийся. В верхней части есть небольшой мягкий козырек, защищающий лицо от осадков. Для регулировки по размеру предусмотрена резиновая утяжка с пластиковыми кнопочными фиксаторами. Еще одна регулировка в виде текстильной застежки расположена на затылке. Кстати, на язычке мы видим логотип торговой марки, сделанный светоотражающим составом. Подобные надписи есть еще на нескольких местах куртки и на штанах. Они помогут сделать вас более заметными в условиях плохой освещенности. Застегивается куртка на влагозащитную молнию. Для максимального удобства все собачки внешних замков имеют веревочные укладки с пластиковыми вставками. С внутренней стороны предусмотрена достаточно широкая ветрозащитная планка. И еще, в верхней части пришита длинная вставка из микрофлиса, которая защищает кожу лица от соприкосновений с деталями замка. На плечах мы видим усиление более прочной тканью. Это помогает сохранить те места, которые чаще подвержены вытиранию, к примеру, лямками рюкзака. Рукав со сложным кроем. На левом расположен дополнительный кармашек под различную мелочевку. Чтобы холодный воздух не попадал под одежду, рукава оснащены эластичными вставками на манжетах. Дополнительно их можно утянуть в районе запястья и зафиксировать липучкой. С внешней стороны находятся два боковых вместительных кармана, надежно укрытые от дождя и ветра влагонепроницаемыми замками. Здесь поместится небольшая коробка с приманками, компактные инструменты или портативная электроника, например, навигатор или фотоаппарат. С внутренней стороны под обыкновенной молнией спрятано еще одно отделение. Здесь поместятся ключи, документы или мобильный телефон. Очень удобно, что выше есть вывод для шнура наушников и эластичная петелька для фиксации провода. Чтобы максимально защитить вас от поддувания снизу, куртка имеет резиновую утяжку в нижней части с кнопочными фиксаторами. Штаны застегиваются на высокую молнию двумя ветрозащитными матерчатыми планками. Одна внешняя и одна внутренняя. Выше находится металлическая кнопка. На поясе расположены широкие шлевки под брючный ремень. А по бокам есть дополнительные эластичные вставки. Штаны также оснащены вместительными карманами, защищенными специальными замками, не пропускающих воду. Здесь поместятся аксессуары, коробочки с фурнитурой или кошелек. Брючина отличается сложным кроем. В районе коленей, так же как и на куртке, предусмотрены вставки, защищающие эти места от преждевременного истирания. Низ штанины прямой, без резинок или утяжек. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал.
А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Скуминг Лайв.